Город Елизово, Рябикова, 51. 24 октября. В том году сделали дорогу. Вот как люди должны подходить к машине, когда все просто затоплено. Просто все в лужах, потоп. Куда вода сливается? Делали же, ничего не сделали. Просто все в потопе. Дорога РКЦ. Здесь вообще болото. Как люди должны проходить? Ну это просто жесть.